Более 10 лет в Люберцах работает компания, которая поставляет все виды технических изделий из резины и асбеста, а также полимеров для промышленного производства. Она обладает самым богатым ассортиментом на рынке Москвы и Московской области. С работой предприятия и его сотрудниками познакомились мои коллеги. Более 8 тысяч наименований различных технических изделий. Эта продукция предназначена практически для всех отраслей промышленности. От химической, энергетической до нефтегазоперерабатывающей. Товар поступает сюда в основном с российских заводов. Небольшая часть из Индии и Китая. Даже трудно сказать, кто не покупает наши изделия, потому что практически во всех регионах России есть оптовые покупатели наши, ну а также розничные. К розничным мы, про розничных покупателей мы говорим не только физические лица, но и предприятия, которые покупают в небольших количествах изделия. Вот эти пластины для дорожной техники сейчас востребованы как никогда. Они необходимы для работы снегоуборочных машин. Она крепится на скребок, чтобы не повреждала, не повредила дорожную поверхность. В наличии у нас запасы от 3- и 4-месячной нормы. У предприятия свой колл-центр, отдел закупок и служба доставки. Всего в компании работает около 130 человек. В основном это жители городского округа Люберцы. В эти непростые времена предприятие на плаву, оно не уменьшает объемы, не занимается сокращением людей. Поэтому очень важно подобное предприятие поддерживать, потому что это рабочие места, это доходы наших жителей. Во время первой волны коронавируса предприятие свою работу не останавливало. Продукция, которую реализуют, здесь нужна всегда. Сейчас из-за эпидемии 20% сотрудников перевели на удаленный режим. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.